Там за эту модель они просят 369 500 долларов. То есть рост во сколько раз? В 7. Роликса в продаже нет, но например, обогнал по количеству проданных часов, обогнал Ланжин. После нашей с тобой беседы тот же самый Вашерон сейчас растет очень, серьезно. А ты виноват, они себе денег должны. Скаймун, которому мы демонстрировали, он благополучно уехал в Вьетнам за 220 тысяч. А когда он придумывает цену? До того, как придумает дизайн? Или между дизайном и механизмом? Последние одни часы на рынке э, на вторичке присутствуют, и за них просят 2 миллиона 800 с чем-то. Сейчас все такие э, позиции роликса, которые оставались на рынке в Москве, и на вторичке, и на первичке, они просто снесены. Бутики роликса полупустые. Там... Друзья, здравствуйте. С вами Вячеслав Медведев, и тема нашей сегодняшней встречи. Только ли Rolex дорожает? И хочу представить своего собеседника Сергей Зайцев, бутик Люксор, Санкт-Петербург. Добрый день, Сергей. Добрый день, Слава. У нас сегодня вот такой немножко необычный формат. До сих пор я приезжал в Санкт-Петербург, замечательный город, который мне очень нравится, то ли вторая, то ли первая столица России. Но сейчас в связи значит, со всеми ковидными мероприятиями иногда лучше оказывается посидеть дома. И мы решили с Сергеем опробовать такой формат. Я нахожусь в Москве, вот в такой в своей импровизированной студии. А Сергей вот здесь. Здесь это в Санкт-Петербурге, в бутике Люксор. И, как я сказал, тема нашей встречи это только ли ролик дорожает из часов. Я знаю, что Сергей подготовил несколько очень интересных моделей, часов, которые ну, мало где можно встретить. Буквально музейные экспонаты, честно скажу. А ну, тебе слова, я их пока не показываю. Я буду э, держаться формата нашего пиратского сундучка уже традиционные наши вещи, и потихонечку буду оттуда что-нибудь доставать э, и э, таким образом ну, поддерживать небольшую интригу. Тем более, что в прошлый раз этот формат вроде бы вам понравился. И было множество комментариев, Сергей, я знаю, что ты с коллегами, с ребятами все комментарии читал, на многие отвечал, и, наверное, хочешь что-то сказать по этому поводу? Да, мы каждый комментарий прочитали, ну за исключением тех комментариев, которые были нелепыми, к сожалению, такие тоже случаются. Я прошу, но ну, если вы хотите написать нелепость там или какую-то глупость, остановите себя, ребят, ну зачем портить хороший формат? Тем людям, которые, которым это понравилось, я хочу сказать спасибо большое за то участие, которое вы в нашей работе принимаете, и интерес к, к нашему вот с Вячеславом э э Делу. Э э э более того, я хочу э сказать такую вещь. Очень многие из вас э хотят от нас услышать э э ну, то, что для нас не совсем профильное, да, ну то есть там, о часах Зейка, например, или Титонии, или еще что-нибудь. Это немножко не наш профиль. Мы э, здесь ну, можем плавать, понимаете, да? Лучше мы будем э, говорить о том, в чем мы понимаем, и с чем мы ну, непосредственно работаем. Вот, мне, мне кажется так. Я в свою очередь очень рад видеть тебя, Вячеслав. Я надеюсь, что наш формат получится. По крайней мере, мы не будем рисковать здоровьем друг друга и здоровьем других людей там, в переездах, в пере... этих всех путешествиях, потому что ну, зашкаливает, конечно, эта ситуация с эмигроном. Так что всем привет, ребят. Ну, Сергей, мне кажется, не стоит ограничивать как-то тех, кто смотрит наши ролики, ограничивать в вопросах. Ребят, пишите то, что вам интересно, спрашивайте то, что вам интересно. На что-то сможем ответить, ну а что-то, ну, может быть, не сможем, так, то ли, так в общем тоже бывает, да, тем более, что людей, которые знали бы абсолютно все, абсолютно обо всем, в природе не существует, я думаю, что вы это понимаете но все-таки как бы мир он реален и чудес в этом мире не бывает. Сергей, ну, большая часть вопросов, поскольку, поскольку речь идет про вторичный рынок, вторичный рынок сразу же ассоциируется с возможностью или дешево купить, или дорого продать. Да? И множество вопросов так или иначе касаются того, почему дорожают часы и какие часы дорожают. У тебя есть какие-то свои взгляды, теории, концепции на этот счет? Слушай, ну у меня взгляды есть на этот счет я не понимаю сколько будет еще продолжаться но какой то очень стремительный рост на некоторые марки не понимаю потому что я даже разговариваю с коллегами я разговариваю там с участниками рынка которые идут с покупателями коллекционерами и некоторые марки они говорят что они уже достигли своего предела да? но это происходит каждый год и каждый год опять они достигают какого то предела Роликс опять подорожал я могу сказать что сейчас все такие позиции Rolex, которые оставались на рынке в Москве, и на вторичке, и на первичке, они просто снесены. Бутики Rolex полупустые, там стоят какие-то женские модели, которые ну, там, большим спросом не пользуются. Вот. У нас со стока сметено все, остались одни часы, и то их человек приедет смотреть. В Москве у наших коллег... Слушай, же... ты покажи, пожалуйста, потом. А, пришли фотографии тех часов, которые у вас остались. Хорошо, да, дошлю. То, что касается, ну, это роликс, это бог с ним. мы эту тему оставим пока. Я сегодня расскажу о двух марках. Сергей, извини, а можно я тебя немножко перебью? Значит, по поводу роликса, много комментариев в духе, вот ролик, значит, негодяй, я не хочу записываться в очередь, там, ждать полтора, два, там, пять лет, мне не понравилось, значит, обращение, очереди и все прочее. Они так теряют в продажах. Rolex традиционно не публикует результаты своей финансовой деятельности. И вряд ли мы увидим официальный отчет Rolex за 2021 год. Мы недавно подвели итоги импорта часов в Россию, в том числе швейцарских часов. У Rolex очередной прирост, там что-то в районе 30%. Они продали в России больше 12 тысяч штук, уже там обгоняют, то есть, ну, на всякий случай, при том, что Rolex существенно дороже, например, Лонжина, и при том, что э, за Rolex в продаже нет, но Rolex, например, обогнал по количеству проданных часов, обогнал Ланжин просто-напросто, да. Вот, так что... Потрясающая информация. Да, 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 так что нравится кому-то политика Rolex, не нравится кому-то политика Rolex, вот... В компании Rolex сидят как бы и потихоньку посмеиваются, да, ребят. <laughs> Вы как угодно можете да. относиться. Слава, это не считая тех часов, которые просто при, привезены на руках. Да, 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 да. Но я имею в виду цифры официального импорта, да. Так что вот такая ситуация. Да, извини, Сергей, я тебя перебил. Слушай, ну вот о двух марках я хочу рассказать сегодня. С одной маркой я работал в нулевых годах, но, к сожалению... Как только мы немножко марку раскрутили, показали, пришел Меркурий и бодаться с Меркурием, ты же понимаешь это как муха со, со, со слоном, поэтому у нас мы спокойненько смирились с этим. Но тем не менее любовь к марке у нас не потеряна. Я сегодня продолжу еще одну традицию, показывать те часы, которые находится не в продаже, то есть мы занимаемся отчасти да. благотворительностью. Вот. Но только за исключением того, что если будет предложено на тогда мы ну, подумаем. А, к сожалению, я не смогу тебе предоставить право, если бы да, был, я если, просунуть права. руку, не могу в экран. Показать первые часы, которые здесь. В прошлый раз ты последние доставал, а сейчас я бы тебе дал право первые часы достать. Вот. Ну, я сделаю это за тебя, с твоего позволения, хорошо? Давай. Поехали. Ну и так, наш сундучок, ребята. А я пока Сергей воюет с пиратским чемоданчиком, я такое немножко отступление сделаю. Как я сказал, тема сегодняшней встречи, что дорожает не только Rolex, и я ну, не все знаю про то, что у Сергея в чемоданчике, но когда мы предварительно договорились про съемку, мы договорились, что он покажет несколько моделей, независимых марок, то есть ну, небольших марок, не такого масштаба, как Rolex или Ademar Piguet, которые очень сильно, тоже очень сильно прибавили в цене за эти годы. И вот мне будет интересно, какие цифры назовет Сергей. Хорошо. Первые часы, которые я показываю, угу. это всем все видно, да? Это часы марки Debitune. Замечательная марка, она существует если я не ошибаюсь, по-моему, с 2002 года, как-то так, да? Ну, ну с начала 2000-х, да, примерно так. Мы с этой маркой работали на протяжении где-то лет двух. У нас даже был официальный контракт, подписанный с господином Занеттой. Вот, ну, эта модель примечательна тем, что она классическая форма с очень интересными такими ушками, которые делает только Дебитюн делал, потому что они, к сожалению, от этой классической линейки они отошли то есть они выпускали ее там пару лет и потом перешли на более технологичные вещи что я еще покажу сегодня здесь прелесть тем что это что это сейчас мы чуть немножко подзаведем они у нас лежали просто это однокнопочный хронограф монопушер так называемый да монопушер. То есть одной кнопочкой управляется такая сложная достаточно функция, как секундомер, который встроен в часы. То, что касается ценообразования на эту позицию, если я правильно помню, такие часы стоили в районе, в районе от 20 до 30 тысяч долларов. Сейчас я вот не помню, какой у них был Ритейл, ну, где-то ну, порядка 30-35 примерно был. И, было. Сергей, это одна из первых моделей дебютюна, это, собственно, и есть та самая Дебетюн DB01. Да, это, э, скажем, одна из классической первой линейки, с которой Дебетюн, ну, собственно говоря, на рынке вышел. У них в первой линейке был, были и часы э, с круглой луной, это стало, э, скажем, ну, шарообразной луной. Uh -huh. не просто вот. То есть не плоский индикатор фаз луны, а именно шарообразная луна, которая вращается вокруг своей оси. Вот, при этом половина это Луны платиновая, половина стальная, специальным образом закаленная, она имеет такой синий цвет, который ну, присущ только до То есть у них еще свои какие-то такие методы, методы закаливания. Да? Синяя их фишка у них во многих моделях используется в деталях механизма, в деталях корпуса используется именно такой очень своеобразный темный синий. А вот сейчас иногда ходит название Electric, electric Blue, так, электрический синий, как иногда переводит. Но действительно очень интересный цвет такой своеобразный. Да, сейчас стоимость этой модели, я смотрел по рынку, ну, порядка 15-16 тысяч. То есть эти, эта модель почему-то не выросла в цене. А, Например, модель, у которой есть фаза луны в золотом корпусе и вот эта круглая фаза Луны, да, классическая модель, в точно таком же корпусе, как в этом, но только в золотом, э, в, ну, в розовом золоте, а не в белом, за них просят 150. Хотя цена на эту модель мы продавали, ритейл у нее был 55 тысяч, если я правильно помню. То есть цена выросла в три раза. Понимаете, да? И на многие позиции уже более технологические тоже цены выросли там, да, в три, а на некоторые четыре раза. То есть получается, что невозможно угадать даже в рамках одного бренда разные модели имеют разную динамику цены на вторичном рынке. Какие-то могут потерять в цене, а модель, которая имеет буквально незначительное отличие, может очень сильно вырасти. Да, совершенно верно. Поэтому тут очень сложно. Вообще рынок очень, как тебе сказать, рынок не сбалансирован. То есть появляются новые тенденции какие-то. Например, После нашей с тобой беседы тот же самый Вашерон сейчас растет очень, очень серьезно. А ты виноват. Они себе денег да. должны. Они да. очень сильно отросли, и нас это радует, потому что ну, Вашерон, Константин, это марка, которая делает ну, самые сложные машины. Они делают одну из самых лучших обработок, собственно говоря. Ну, там, может быть, да, Ланганзан не дотягивает, или там да фомзапульжурнов ну хотя -то это тоже очень спорно да потому что ну вот наш специалист Кирилл он смотрит микроскоп чаще чем я это делаю да на все машины и конечно ну вот он сейчас как раз делает вашерон, айверстис коронограф обслуживание и ну совершенно потрясающие машины совершенно потрясающие часы так что здесь, слава богу, я думаю, Вашерон свое ногу не точно. А расскажи, пожалуйста, ну давай бог с ним с Вашероном, раз уж ты решил показать часы Дебитюн, Расскажи, пожалуйста, про компанию, потому что это такая фирма. Мне кажется, ну, марка интересная, но известная в основном действительно там законченным фанатом часов, то есть достаточно узкому кругу людей. Хотя у марки было множество интересных идей признаюсь, не все из этих идей я вот понимал, принимал, то есть некоторые вещи я не понимаю, зачем они нужны, то есть компания бодро заверяет, что да, это там прорыв в часовом деле, ну вот я, например, не всегда с этим даже соглашался. Ну, Слава, они, понимаешь, персекционисты, они делают искусство ради искусства, то есть они усовершенствуют уже абсолютно совершенные вещи, и, как ни странно, они одни из немногих, у кого это получается, да? То есть, если тут уже Ричард Миллион он делает скорее какие-то дизайнерские штучки, там, понимаешь, да, там, то Дебетюн идет по, скажем, ну, по более глубокому такому пути. Он, наверное, более широковат, но тем не менее, с, тем не менее, он дает свои результаты. Скажем так, Дебетюн стал расти, расти в цене не так давно, не, не так давно, последние пару лет, но я думаю, это только начало роста. Ну, сама компания молодая, как ты сказал, появилась в начале 2000-х и, в общем, занимала очень своеобразное положение на рынке, то есть такая своя ниша, своя четко выделенная ниша, очень необычные часы, часы дорогие, вещи малотиражные, там, на, ориентированные на фанатов ну, именно вот такого стиля. И если я правильно понимаю, года 3-4-5 назад у компании были не очень простые времена. Там же что-то происходило с составом владельцев, учредителей, если я правильно помню. Честно говоря, я не в курсе, что у них было несколько лет назад. Не знаю, так мы с ними не работаем. А особо копаться в том, что происходит внутри какой-то компании, я тоже не очень хватает на это времени. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Я могу рассказать, что происходило у них немножко пораньше, и как они вообще стали Добитюном, и как все это произошло. А как все это произошло? Сердцем компании Добитюн... Тем творческим человеком, который, собственно говоря, создает вот все эти вещи, ну, придумывает концепцию, разрабатывает и так далее, является Дэни Флажелен. Он на самом деле, ну, можно сказать, гений часовой. Вообще он начинал, когда он начинал свою деятельность, он познакомился с промеджанием и опыт работы сотрудничества с промеджанием ему очень много чего дал. После этого он еще делал, выполнял заказы на создание часовых калибров для многих марок. Но первый, который заказ у него был для марки Бриге. Я, честно говоря, не знаю, какая была сделана им какая машина. Вот это ну, особо не распространяется. То есть ну, конкретно что вот он сделал? Такой информации я не нашел. Но тем не менее, после этого у него были заказы от Cartier, от Адемара от Пиже, от э, Франка Мюллера, э, ну и так далее, и так далее, да? э, вот, э, параллельно с этим он еще входил, вот у меня тут такие распечаточки, ну, он и входил, э, ну это «Теплица теплица высокого часового искусства T H A. Сейчас попробую прочитать на, на французском техник техник Априкейс. Хрен вы знает, что я произнес, но как-то так это звучит. Я думаю, найдутся те, кто нас с тобой поправят в комментариях, обязательно. И здесь я могу сказать, что они познакомились с Франсуа Пульжурном и Виане Альтером. Про Виане Альтера я знаю мало чего, а про Франсуа Пульжурна, ну что ж, это один из самых, можно сказать, талантливых людей современности. И у них был, ну, были совместные какие-то работы. Так что, можно сказать, когда встретились два гения, они дали друг другу вот такой как бы импульс. импульс. Угу. импульс. Франсуа он, он, собственно говоря, остался самостоятельным, единственным человеком и владельцем компании, и инженером, и все-все-все, <coughs> да? И он как-то, ну, стартанул немножко раньше, чем чем флажоле, как ну, вот, независимый человек. У флажоле случилась ну, классическая такая встреча, как у Улис например, как у многих других компаний, там Патек Филипп, например, там Шон Константин, Адемар Пеги и так далее. Когда встречаются два человека, один из которых управляющий, который руководит ну, непосредственно экономикой да, и всем остальным, а второй творческий человек, который создает эти все вещи. Вот. И он встретился он встретился с господином э, Дэвидом Занеттой. Это такой и и итальянский парень. Вот. Очень веселый итальянский да, парень. Парень, уж мы с ним обхохочешься, сколько. Да, да. Все, кто знает. <laughs> <laughs> Занетто. Вот. забыть нельзя. Дэвид Лежели француз. Э, 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 Занетта итальянец. Такой еще специфический итальянец. Э, и вот они сошлись и сделали швейцарскую компанию. Служили я видел всего один раз, а Занетто, ну да, действительно итальянец такого не сильно высокого роста, черные такие, ну уже седоватые кучеря, такие жесткие кучерявые волосы, очень громкий, очень активный, ну вот итальянец, итальянец, наверное, да. Он на самом деле упрямый и он сумел поругаться практически со всеми дилерами, которые у него были вот в нулевые годы. Его лет десять назад, ну, плюс-минус, я уже не помню, его отодвинули от общения, с, от общения с клиентами, и его сын стал общаться, а он совершенно не похож на папу. То есть он мягкий человек, достаточно такой интеллигентный. Ну вот я, видимо, как, как раз-таки я про это имел в виду. Я помню, что там были какие-то такие перетрубации в руководстве, что Занет исчез из поля зрения, прессы в том числе. Да, да, потому что, ну, Слава, ну так нельзя вести себя на, на людях. Я понимаю, что он там гениально делает какие-то вещи внутри компании, решения принимает и, и так далее, и так далее. Да? Там он, собственно говоря... Слушай, а вот вопрос к тебе, а в связи с этим? Ты общался и с тем, и с другим, потому что, повторюсь, в флажеле я видел буквально один раз. А вот вопрос, который меня всегда интересует: вот в этой связке кто-то должен придумывать идею часов. Не только конструкцию механизма, как там расположить а шестеренки, чтобы оно работало, это одно. А вот придумать в целом идею часов. Вот кто в дебет отвечал за это? Кто создавал идею? Ты знаешь, ну я не задавал такого глобового вопроса, как ты мне сейчас говоришь. Но ну, Занетто представил флажоле, когда мы приехали на фабрику, ну там мануфактура двухэтажная такая у них была по крайней мере в те времена он представил меня он привел в кабинет к флажели сказал это наш часовой гений угу. вот. это самый ну, сейчас самого высокого класса специалист так что я думаю нас основные идеи конечно наверное придумают идут от часовщика и да. дальше они уже согласовывают я думаю с, ну, коллективно <как> согласовывают, куда ну должна вообще развиваться концепция ну и так далее и так далее угу. но все и технические вещи и вещи такие, это, конечно, это положили. Он и делал, и самостоятельно делал калибры для прославленных марок, поэтому уверен, что так. По крайней мере, никто не сказал, что вот Занетто придумал вот этот концепт. Такого, да, я не знаю. Ну, я думаю, что это как Людвиг Ошлин, понимаешь, работал с, с, Улисом, да, где он сделал там ну, совершенно колоссальные вещи. Точно так же здесь и Пожеле работает ну, в такой сцепке. Угу. Значит, э, встретились они э, на одном интересном э, проекте. Э, была идея установить марку Лерой, и там они работали. которые в итоге восстановили? которые в итоге восстановили, и, насколько я знаю, она сейчас существует, и как-то себя ну, более-менее нормально чувствует. Э, ну, им показалось мало делать классические вещи, да, то есть э, они э, внутри себя новаторы. Uh -huh. И даже когда они вышли со своей первой линейкой, там было очень много. Э, ну, во-первых, был ну, такой список всех нужных вещей там турбион, вечный календарь, хронограф, просто там часы, ну вот там, часы с круглой Луной. То есть новаторства было много, но это была такая первая, как бы, базовая коллекция, где было показано, да, мы это все умеем. И где-то уже со второй коллекции, которую они стали делать, то есть они перестали делать классическую вот, линейку, они ее сняли с производства, что очень жаль, потому что часы пользовались спросом, они очень эстетично красиво выглядящие, да? Вот. и перешли к более, и перешли к более, ну, таким наукоемким, более инженерным вещам, более таким, ну, более, хай-тек, хай тек с присутствием хай-тек дизайна, и дизайн не похож ни на что. То есть вот эту нишу они создавали. Но и это я... уже не про данную модель, не про ту модель, которую ты показал. Это уже про следующую модель, которую я сейчас покажу. Итак, ну кстати, если говорить про инновации, которые принес, принесла марка дебютюн я до сих пор не понимаю смысла в том хитром балансе, который они сделали, который а в 99 там и 90-х. Процентов часов баланс круглый, а дебютюн предложил баланс, состоящий как бы из двух перекладин, и они уверяли, что именно такая необычная форма оптимальна с точки зрения аэродинамики и всего-всего-всего. Вот, может быть, в среде зрителей найдутся специалисты в аэродинамике. Мы подмонтируем под этот рассказ фотографию того самого баланса от дебитьюн. Может быть, вы сможете мне объяснить, чем это лучше обычного кольца потому что я вот честно, да, я 20 лет уже понять этого не могу. Действительно ли это была там какая-то инновация, нацеленная на улучшение характеристик часов, или просто классная, визуально интересная фишка. С тем, что это обалденная визуальная фишка, ну, спорить невозможно, я абсолютно согласен. Ну, хвастай, хвастай. Первыми за ними уже потом повторили, они первые использовали какие-то новые материалы, да, то есть... Ну, они кремние начали рано использовать. Да, и, ну, и так далее, и так далее, то есть... Ну, за что не возьмись, у них есть какое-то вот э, еще усовершенствование. Например, там, они стали первыми делать баланс подзавода, который они делали из легких сплавов, ну, типа титана там и, и прочих и, и нескольких таких э, металлов есть. А круг, вот, э, который, собственно говоря, и тяжелую есть, часть сектора. груз. Т, тяжелая часть сектора, дальняя часть сектора, была сделана из платин. Понимаешь, да? Поэтому баланс он просто летал, что давало часам подзаводиться гораздо гораздо лучше да при они придумали такую вещь что на разных уровнях подзавода часов да баланс работал там замедлением потом часы выхаживались он опять начал крутиться быстрее То есть это такая же ну, фишка которую не придумали но чтобы пружина не не передавливалось, да, вот как было сказано, но, наверное, за этим, за этим что-то есть. То есть, друзья, обратите внимание, все, ну, абсолютное большинство нормальных людей используют платину, потому что это драгоценный металл, чтобы было дорого, а в дебитуна использовали платину, ну, потому что она банально тяжелая. То есть, вот, если вы будете солить огурцы и, и задумаетесь о том, что использовать в качестве груза там, для капусты, не огурцы, капусту квасить, да? Так вот, имейте в виду, что Дебетюн вам предложила решение. Попробуйте использовать брусок из платины. Это должно улучшить качество вашей капусты. Да. Ну, показывай, показывай. Что ты там прячешь? Смотрите, вот такая моделька. Вот такая моделька. Это было уже из второй линейки, когда они уже начали уже делать такие часы необычные, но технологичные. Но опять же, при всей необычности у них есть, еще остается... Вот эта загогулинка на, как, ну, на, на ушках на ушках да и они сделали отдали дань часам карманным часам когда сделали ну, вот такую головку сверху если мы вспомним эпоху переделок карманных часов наручные в начале 20 века то у них зачастую вот кстати польжурно это тоже делает а головка находится сверху это удобно потому что он ну, некоторым людям ну, например там, нашему президенту мешает зная головка она ему натирает там чего то понимаете поэтому он носит часы на правой руке ну как он говорит это я цитирую не более того ну вот здесь э, здесь бы владимиру владимировичу не пришлось бы переодевать часы на правую руку он носил бы на, на, на левой. Потом, ну, заметьте, какая обработка материалов. Ну, тот самый знаменитый синий цвет, да, blue, ты говоришь, да? Вот я, честно говоря, да. даже не, не, это самое, вот не знал этого термина. Здесь уже луна круглая на этих часиках. Здесь э, очень странное крепление, видите, крепление ремня, потому что здесь есть заводная головка, чтобы она, с ней ничего не случилось еще и страхуется как бы ну, вот этой металлической частью. Здесь э, вынесен э, часы с ручным заводом и вынесен э, количество, как это сказать, резерв хода, резерв думаш Он с, с обратной стороны, что тоже вот, э, ну, такая интересная вещица. И, собственно говоря, вот, отталкиваясь уже от этой базы, они пошли дальше делать уже более технологичные вещи, уже использовать э, все больше и больше. Титановые сплавы и там другие сплавы в корпусах часов, и так далее, и так далее, и так далее. Они сделали Перевертыш в похожем и, дизайне и, и все и все прочие вещи. Ну вот все началось вот с этой модели. Здесь еще стоит обычная анкерная машина, обычная анкерная. Но все ее путали с турбионом, все говорили это турбион, но ну, потому что он, ну а -а -а. просто они вынесли анкер и его открыли, да, при этом, чтобы было, ну видно, ну там сердце часов где-то внутри. Потом они уже сделали свою э, тит титановый, собственно говоря, баланс. Но он уже немножко по-другому выглядит. Там есть такой мост, и баланс вращается внутри, очень красиво. Тоже не знаю, не знаю, я говорил с часовщиками, насколько этот баланс круче, чем обычный анкерный спуск. Странно, да? Непонятно. Если еще в коаксиальном спуске можно, ты понимаешь, э, сказать, что там удлиняется э, время между Обслуживанием часов, да, там, ну, полтора-два раза. Это еще как-то объяснимо, да? Но здесь, ты знаешь, да, ведь он так редко приносит э, починить, что. Слушай, ну я думаю, что их на руках там буквально считаны единицы. Это же не ролик с Адемаром, они же не по там, даже не по 40 тысяч штук в год делают. У них по-моему, он, если не ошибаюсь, у Дебетюна же на сайте количество выпущенных единиц есть, количество выпущенных часов. Да, да. И там буквально ну, там количество такие. В 2012 году закончился, если ты помнишь, календарь мая, и все говорили: конец етада. Uh -huh. ага. делали... <сосе> Занет-то <Net> готовился. <се> а, лимитированные серии, если не ошибаюсь, 12 часов с разными знаками гороскопа, при том гороскопа мая. Мы пришли на второй день с утра, и мы говорим, да, мы хотим коллекцию мая. А она нам говорит, а, знаете, мы ее уже все продали, она уже вся расписана. Я говорю, я а. пора с это, Я говорю, ну что ж, мы вчера-то не пришли, надо было вчера приходить. Вот так получилось. Сейчас я вижу только одни часы в мире, которые мая перепродаются. но цена по запросу. Я думаю, что цена атомная. Человек а. будет запрашивать цену атомную, потому что других во вторых часов таких нет. А сколько стоят те, которые ты сейчас показываешь? Слушай, ну, э, те, которые я сейчас показываю, э, стоят, э, когда-то они стоили э, в районе 60, если не ошибаюсь, у них был ритейл. Тысяч франков. Ну, тысяч франков, да. Сейчас за них э, просят, ну, то, что я видел, за них просят 100, 105, э, ну, это с новым балансом, правда. С новым балансом ага. и в розовом золоте 105 тысяч. Этих часов, которые у нас в руках, их на рынке нет. Ну, я думаю, что это, ну, примерно столько же. Ну, может быть, да не факт, что подешевле. Не факт, что подешевле, потому что это даже более редкая вещь, чем с новым балансом. Ну, вот с, ага. с этим их знаменитым. Ну, поэтому тут так. Но это вообще был хит продаж. Ну, вот с новым балансом ну, вот, эта, вот эта линейка, потому, потому что она... Я тебе могу сказать, у людей ну отрывало как бы голову, и люди просто мечтали о таких вещах, и мы ну, неплохо не, неплохо продавали эти позиции. Uh -huh. Ну добиточно продавалось хорошо все, потом марку никто не знал, но люди просто одевали на руку, да и говорили. Широко известная в узких кругах. Ну, марка действительно очень специфическая. Действительно, никто за вот пределами там, узкого круга там, фанатов часов про этот бренд не знал. Сейчас с ним работает Меркурий, как уже сказал Сергей. Ну, собственно говоря, вещи все штучные. Я не уверен, нужно посмотреть на сайте Debitun. По-моему, у них у каждой модели, по-моему, вот это едва ли не единственная компания. Что около каждой модели указывает количество выпущенных единиц, буквально. И там, ну, речь не на речь не о тысячах штук идет, естественно. То есть там какие-то считанные, там, ну, десятки максимум единиц. Могу, могу ошибаться, но по-моему это как раз был дебютум. Но это вот 43 часы. Это не лимитированная серия, я не вижу здесь лимиты и не помню. Ее. Но это вот 43 часы, которые были выпущены из этих Моделька, которую я показал заранее, раньше, они здесь пишут, это 14-е часы, <сёк> которые были сделаны, вот именно хронограф. такой 14-й. И очень может быть, что это 14-е часы дебютюн ну, вообще, потому что, по-моему, это самая первая модель, которая у них выходила. Ну, я честно тебе скажу, я не помню, я вот не с первого года, когда они вышли, стал с ними <сёк> работать. Мне передал один человек, эту дистрибьюцию, он просто перестал с ними работать, и у меня осталось она по наследству. Скажем так. Вот. Поэтому здесь я могу не помнить просто, какая была первая, какая не была. Ну, вот, потому ну, в первые годы я не, не был у них. А то есть... Если вернуться к вопросу о ценах, вот мы имеем две модели, одна получается подешевела примерно в два раза, да, вторая подорожала примерно в два раза. Но подорожала, правда, та модель, которая подороже изначально. И ходит шутка про то, что если вы хотите собрать дорогую коллекцию автомобилей, вам придется собирать коллекцию дорогих автомобилей. Ну, видимо, к часам эта шутка тоже получается применима. Да. Ну как? Есть ну, базовая вещь, как тенденция турбион по филипп Когда-то мы за него просили 900 э, тысяч франков, он стоил, он мог был ждать там год или два. Вот. Когда человек его получал, он его перепродавал, зарабатывал там 150-200 тысяч. То есть э, кто-то уже ждал, что эти часы придут, и готов был сверху заплатить еще. Да? Ну, то это целый бизнес э, в Швейцарии. Сейчас э, то, что я видел... Последние одни часы на рынке э, на вторичке присутствуют, и за них просят 2 миллиона 800 с чем-то. Тендейс Турбион. Который ты показывал, который мы показывали в, прошло, в нашем прошлом выпуске. Ну, Мы показывали его на экране, а мы показывали... Э, а, Тендейс Турбион, господи, Скаймун Турбион. Скаймун Турбион, да. Да, говорился Скаймун Турбион. Мы показывали просто Скаймун, который был... Ну, uh -huh. вот, э, Попроще а, версия. Да. С ним ну, вот вот такая ситуация происходит, да. Хотя тогда казалось, нам ну, тоже миллион долларов за часы отдать, ну какое-то безумие, да. Какое-то безумие. Кто это будет вообще там в мире платить? Ну это же час, всего лишь часы, это не. Ну тем не менее, видишь, ситуация меняется. Ему приходят какие-то новые деньги на рынок. Не знаю, это китайцы или какие-то ну, американские парни это делают. Ну, я могу тебе сказать, что все часы, которые, ну, практически 90% часов, которые на вторичном рынке в России возникают, они уезжают или в Штаты, или в Дубай, или в Европу в меньшей степени. Это Китай, и сейчас еще к этому всему приснился Вьетнам. Скаймун, которому мы демонстрировали, он благополучно уехал в Вьетнам за 220 тысяч. И при том, э, его купил вьетнамский э, продавец. То есть, э, конечному клиенту он продавал еще дороже. Ну, вот, э, вот такая история. Хотя изначально человек не, не хотел продавать, но сделали предложение. Не смог и... отказаться. Не смог отказаться, да. Так бывает. Такая ситуация, да. На любой товар есть своя цена, да, при да, которой да. его точно надо покупать и при которой его точно надо продавать. И, и у вот, тебя в, в сундучке да. еще кое-что осталось. Слава, вот те позиции, которые я показал, они, ну, человек их не хочет продавать, да, так же, как и в вот SkyMone. Ага. Он сказал, ну, если будет предложение сумасшедшее, я решусь, тогда да. Я говорю, ну, будем стараться, а так, ну, ну пока они не в продаже. Так, чемоданчик, как ты говоришь, раньше ты его назвал сундучком, а сейчас чемоданчиком. Ну и что же мы достанем из чемоданчика? Я отсюда не ну, вижу. Как, какой это бренд, мне интересно. Какой бренд? Ну я не хочу обманывать наших зрителей, я, конечно, не вижу, что сейчас происходит по ту сторону экрана, но мы с Сергеем предварительно проговаривали, о чем пойдет речь, и он сказал, что он хочет показать несколько вещей от Франсуа Поля Журна. Я правильно понимаю, Сергей? Ну, мне, конечно, жаль, что ты интригу немножко нашу разрушил. Но лучше быть, наверное, откровенным, честным, чем, чем немножко лукавить. Скажем так. Да, действительно. Очень, очень редкая марка, которая на рынке присутствует, и это великолепный Франсуа Польжурн, который ну, собрал, ну, чуть не самую большую как коллекцию э, трофеев. Э, На Женевском Гран-при? На Женевском Гран-при, гран да. И э, даже ну, вот, ходили слухи, что его <с через год сажали в жюри, а через один год он мог выставляться, потому что нельзя было... Ну, нельзя каждый год, да. Нельзя каждый год, а голосовать за него все равно, понимаешь? Поэтому решили так. Ну, я могу сказать, что Марка о которого мы рассказывали, тоже имеет Гран-при не помню в каком году, по-моему, в восьмом году или в девятом они тоже получили гран-при. Так что это уважаемая марка тоже и с точки зрения, ну, с точки зрения профессионалов, скажем так. И моделька, которую я вам сейчас хочу показать, первую продемонстрировать, она называется октохронограф. Это скромные внешние часы, но если их развернуть, мы можем увидеть в них инновацию, которую создал Поль он создал инновацию, это золотой механизм. То есть все мосты, все возможные детали, которые ну, где нет трения, они сделаны из золота. Вообще до Франсуа польжурна считалось, что золотой механизм в платиновый корпус вставлять нельзя. Там происходят какие-то процессы, когда металлы друг другу противоречат. Но вот Франсуа Поль пришлось Вернее, не пришлось, а удалось это, эту ситуацию исправить. И у него очень зачастую именно золотые механизмы в платиновых часах. Что, с одной стороны, очень красиво, с другой стороны, ну, это вот такая потрясающая инновация. Он, конечно, относится тоже к тем людям, которые ну, практически каждый год что-то что новое делают, придумывают и в материалах, и в концепции. Вообще во всем, во всем, во всем. Притом он, как тебе сказать, он один из немногих часовых гениев, который сначала создает дизайн часов, а потом уже создает под них машину. Вот такая интересная вещь, которая отличается от Франсуа Пуржур. То есть он говорит, технически мы сделаем все, но нам надо, чтобы картинка была эстетичной. Все остальные марки, как правило, делают машину, а потом уже под нее делают какой-то дизайн. Ну, Они не дизайн... совсем. Слушай, ну, раз у нас сегодня разговор, мы обещали разговор про деньги, а когда он придумывает цену? До того, как придумает дизайн? Или между дизайном и механизмом? И сколько стоят эти часы? Ты знаешь, сейчас уже цены на вот конкретные на эти часы придумывает не Франсуа Пульжурно, а придумывает рынок. Когда эти часы приехали в Россию? клиент наш покупал их в промежутке между 40 и 50 тысячами. То есть вот эту позицию. Я тебе могу сказать, кроме нас, кроме нас, эти часы продаются. Кроме нас, такие часы присутствуют в Америке, в одной компании, которая давно на рынке, и у них самая большая коллекция журна, которую они, они продают. Там за эту модель они просят 369 тысяч 500. Долларов. То есть рост во сколько раз? В 7. В 7 раз, да. Ну, в 7 раз как минимум. Угу. Но это не факт, что за такие деньги они продадут эту У позицию, раз. да, не факт. Но на рынке присутствует двое часов. Вот. У нас цена по запросу, мы пока не определились с ценой, пока не определились, мы будем пока размышляем. Пока размышляем, но вот сам факт того, что есть такое предложение, это, конечно, ну... Ну, это на уровне Ричарда Милля, если по каким-то позициям не больше. Но мне кажется, больше. И если сравнивать Ришар Миль и часы Журна в долгосрочной перспективе, то есть какую-то там инновационную, инвестиционную ценность в долгосрочной перспективе, я бы, пожалуй, сделал ставку на, на Журна. Мне кажется, ну, это, я, эта штука более стабильная. Ставить. Я абсолютно прав журн с одной стороны очень эвенационный, да, с другой стороны он классический. То есть ты всегда будешь узнавать этот дизайн, и этот дизайн, он всегда подойдет деловому пиджаку или там просто casual одежды. Поэтому я думаю, что ну, журн, наверное, более ну, более продуманные, более грамотные. Ну, жур, ну это всегда дорого. Кстати, это довольно старая модель, если я не ошибаюсь. Это же там, начало 2000-х. То есть, по-моему, это как бы не одна из первых моделей, которые выпустил журн, когда как раз была основана вот его там компания, его мануфактура. Ну, одна из, одна из первых, да. Одна из первых. Сейчас ты понимаешь, что происходит с такими часами, как журн. На рынок их приходит очень мало очень мало, да? Как правило, их покупают коллекционеры, кладут в сейф и все, и ждут, пока они будут расти. Поэтому, если смотреть там, допустим, по площадкам, где продают часы, да, то ну, мы наблюдаем такую картину, что там тех же Патеков, тех же Роликсов, тех же Адемаров, ну, их достаточно много, которого предлагается просто количество часов. Когда начинаешь смотреть на такие марки, как Дебетюн или Франсополь Журн, очень мало часов. Я понимаю, что они выпускают. Слушай, да. ну они выпускают совершенно да. других количеств, потому что того же вот журна, там по официальной статистике, в Россию приходят, ну где-то в пределах 20, там не больше 20 штук в год всего там продается. То есть это объективно, это не Rolex, да, который 12 тысяч и, и, там, и 12 штук. То есть разница буквально в тысячу раз. Журн это уже это предмет искусства, понимаешь? Да. Что розничный Текс Ролекс. Ролекс это только часы. Вот 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 какая вещь. На некоторые модели цена выросла еще больше. Сейчас продемонстрирую один момент. Это модель, например, модель, которая произвела фурор. Вообще можно фурор, когда она вышла на большом часовом искусстве. И стоила она вполне меняемых денег. Это модель хронометр резонанс ну, ну, вот в платиновом корпусе за них ну, тот же, те же американцы просят 465 тысяч долларов. Слов, ну, их стоимость была ну, около 50, понимаешь, ну, может быть, там летел чуть побольше. То есть в девять раз, да? Ты представляешь, да? А если мы да. посмотрим, например, позицию, которая выпустилась чуть позже, и она отличалась тем, что у нее был, ну, она называлась хронометр резонанс Platinum Black Label. Это значит, что у нее просто был черный циферблат. Видите? Хотя он, Видите, я, что мне что кажется, он, он, мне кажется, что он проще. Я, я дошлю. Ну вряд ли он проще. Я не знаю, не видел этой модели, ничего про нее не скажу. Сам по себе хронометр резонанс, у нас была статья когда-то, писали мы статью про него, то есть, по-моему, это была первая модель в серии там, резонансных вот этих, часов от Журна, то есть там фишка в том, что использовано два баланса с одинаковой частотой, которые работают резонанс, и за счет эффекта затягивания частоты происходит повышение, повышение точности, как журн заявлял, точность этих часов должна укладываться там, в 3 секунды, в 3 секунды в сутки максимум. Это максимальное отклонение, которое возможно. И там в силу, на самом деле, штука очень специфическая, да, то есть покупают, я так понимаю, люди, которые понимают, что они покупают. И зачем, и скорее действительно, для того, чтобы оно лежало в сейфе, потому что там, при разнице в частоте колебаний двух балансов в пределах 5 секунд в сутки оба баланса подстраиваются на одну частоту. А вот если расхождение между ними будет больше 5 секунд, то, скорее всего, они оба ходить не будут вообще. Или какой-то один из них остановится. Ну, оба на самом деле встанут из-за колесной передачи. Вот. То есть, там или они ходят очень точно, или их нужно нанести в ремонт. Но только в обычной мастерской их, скорее всего, с ними ничего не сделают, потому что прослушать два баланса, как бы... В общем, скорее всего, придется вести в Женеву к товарищу Журну, если что-то... Или работает шикарно, или в гости к Журну. Абсолютно согласен с тобой, это нужен высочайший уровень мастерства, чтобы такие часы, как резонансный код, починить. Вообще это были первые резонансные часы, которые были на рынке. После этого стали... Делать и резонансные турбионы, как ты понимаешь, бриге там 5 или 6, а то и больше лет разработал. Вот мы рассказывали недавно про Арминстром, Стром. У нас был выпуск с Алексеем Казаченко. Рассказывали, показывали несколько моделей. Да-да-да. Вот. И Ну, мы, как обычно, с тобой сначала поговорим о чем-то интересном, да. И оказывается, что у нас это лежит сундучки, если ты видишь, да? Ага, понятно. Но, понятно и, все и, с тобой. <с Друзья, это... я знал, что будут модели от Журна, но я не знал, со... какие модели. Я не знал состав. Ну, собственно говоря, вот он, хронометр резонанс. Да. Я вообще считаю, это в золотом корпусе, хронометр резонанс тоже с ценой мы пока не определились. Но, как мы видим, у нас есть два ориентира в платине. Но мне кажется, в розовом золоте они выглядят э, даже более эффектно, чем в платине. Ну, машинка здесь, э, собственно говоря, золотая. Часы э, не обслуживались ни разу, они ходят вот уже ну, больше 15 лет. Э, ходят великолепно. Видите, и я не вижу смысла в них. Мне не нужно, лишнее это Не нужно, да. Вот э, э, хронограф мы, э, э, мы поправим. Ну, собственно говоря, обслуживание сделаем. Вот. Это, конечно, будет очень непросто, но тем не менее, вот кропотливым трудом нашего замечательного мастера Кирилла, я думаю, что мы с ним справимся. По крайней мере, он уже готовится к этому делу, готовится, много читает, много здесь. Но ну, здесь это понятная вещь, да, для мастера сложная, но понятная. То, ну в резонанс это, я не рекомендую резонанс я даже не знаю понимаете вот я честно говоря с, с кириллом не разгорел на эту тему но вот э, мы даже не понимаем такого вопроса потому что здесь ну, действительно крайне сложные вещи как его прослушать, как его э, сделать это все все можно там примерно понятно как это делать на самом деле друзья и те и другие часы очень интересны потому что первая модель на которой показал сергей э, окта хронограф в самом начале, вот когда а, только там возникла мануфактура Франсуа Поля Журна, вот, мне кажется, ОКТО была там одной из первых линейки, если не первой. И у линейки ОКТО там была такая фишка, что был набор моделей, а, а, где механизм, основная часть, скажем так, привод механизма был немножко смещен относительно центра. А, то есть вправо, если, вот мы, если мы смотрим на часы, то механизм был смещен немножко, основная стрелочная система смещена чуть вправо, а левая часть была оставлена под различные усложнения. И вот как раз-таки хронограф, был, была модель с календарем, а там календарик был слева, там, в общем, был целый набор разных там, интересных моделей. Турбион, по-моему, был, я сейчас все уже не помню, достаточно старая, достаточно старая линейка. Вот, и я точно не помню про эти часы, там, если я не ошибаюсь, одна из фишек была, вот Сергей сказал про механизм с деталями из золота, а часовщики тогда были вдохновлены тем, что у этих часов был запас хода, там, по-моему, часов 150, что ли, Какой, цифра какого-то такого порядка, то есть много, то есть не, там, не сутки, как это было принято, там, еще ну, тогда в начале 2000-х, не трое суток, а там какая-то цифра была очень серьезная. Вот. И как бы при этом часы отличались великолепной отделкой, часы от журна. Ну, это вот, как Сергей там чуть раньше про Вашерон говорил, что, может быть, там не дотягивает до ланги или журна. но ну, журн это как бы это, да, это высшая, там, наверное, там, равно как пьеже, наверное, это высшая там, степень по части отделки, декора механизма. Это великолепная точность. И то, что Журну Журна, ну, стали приглашать в жюри Гран-при Арлы Жили в дабы ему каждый год не выдавать Гран-при, если он вдруг возьмется участвовать, это тоже просто лучший, наверное, показатель того, насколько в часовом мире признаны эти часы. И если возвращаться к вопросу о цены, там только ли, значит, ролик с Адемаром дешевеет. Ну вот я готов поверить, что... Ну не то, что готов поверить. Мне кажется, когда-то пузырь того же Ришармиль, про который мы вот с Сергеем разговаривали в прошлом выпуске, ну, он не вечен, скорее всего, да? он не может быть вечен, я не верю в его вечность. А, а вот такие вещи, как часы от мне кажется, вот, вот они в цене вряд ли будут терять. Потому что ну, это действительно такие уже на уровне музейной ценности, на уровне каких-то музейных экземпляров вещи. Я, я тебя перебью, ты, ты знаешь, все, все, ты все правильно говоришь, абсолютно присоединяюсь к тебе. Я вот когда готовился к передаче, несколько дней назад засыпал, и перед сном мне пришла в голову одна вещь. Я вспомнил, когда у нас спрашивал наш зритель, а с чего можно начать вот, ну, часовой бизнес? Вот сейчас, сейчас да? Я толком не смог на это ответить, ну, то есть, потому что тут есть несколько ответов, а есть ни одного, понимаешь? Это смотря где, как, чего и так далее. Вот. И мне пришла в голову одна вещь. Вот мне было, надо было лет 15 назад остановиться на двух вещах. Это просто продавать любые часы, которые можно было продать, ну, вот как вот бизнес. А такие марки, как Дебетин, такие марки, как Франсо Пульжун, надо было просто складывать все и все. И не продавать. И, и не продавать, да. И даже ну, там, ну, просто фиксировать прибыль тем, что вот лежит сейф и все. Ну, тогда, правда, они не росли в цене так, как это вот происходит последние там, лет, лет, пять, когда, особенно последние там, пару лет. Хотя странно, в пандемию, в кризис, в какие-то непонятные время мы живем, геополитическое, да, там, Какое-то противостояние в мире появилось. А цены на такие вещи почему-то растут. Это Слушай, а давай попробуем с, вот, как раз таки подумать, а почему они растут? Почему растут цены на, на какие-то определенные марки? Ведь не на все же часы растут. Ну, пожалуйста, вот тот же Томас Прешер. Да, с точки зрения механики, там он первым сделал трехосный турбион. То есть там какие-то сложнейшие вещи делал человек. Не пошло, не зашло. А у, у Журна зашло. Ты знаешь, у Журна есть вот это моего дизайна, который ты узнаешь издалека. В нем есть какая-то прелесть, да, то есть он, он, же к нему длительное время шел, и мы можем рассматривать аналоги первые, которые он делал, когда еще не было мануфактуры, то есть он где-то повторял за <coughs> какие-то детали, он повторял за ну, антикварными часами, да, ну, смотрел, и потом сделал вот именно Именно вот эти штучки, вот эти вот стрелочки э, свои, да, которые не присущи у него у него секундная стрелка, ну вот у хронографа у него ну, какая супер тоненькая, да? Супер тоненькая. Вот тоже э, как работать с, с этой стрелкой, э, ее снять, а потом ее поставить, да, и не испортить, это тоже ты знаешь, это ну, высочайший платаж. Но мы сейчас э, докупили, вот с, с нашей последней передачи еще оборудование докупили докупили ключей всех основных, докупили дополнительные аппараты крайне дорогие, которые как раз снимают и ставят стрелки, да, там без последствий. Поэтому ну, наша техническая база она потихоньку все время растет, и сейчас у нас в планах еще там, потратить ну, около там, в ближайший год около миллиона рублей на смену оборудования некоторых позиций, которые ну, уже пришла пора поменять, и на докупку, с докупку инструментов, ключей различных, ну и так далее, и так далее, да, то есть для того, чтобы можно было... Делать, ну, сервис, да, оснастить сервис, короче говоря. подставок там специальных, ну и так далее, это все очень дорогие вещи, это вот малюсенькие какие-то ерунда кажется, ты посмотришь. А когда смотришь на ценник, это же профессиональное оборудование, понимаешь, оно стоит в цене гораздо больше, чем там какая-то бытовая техника. Вот поэтому, ну вот сейчас мы поменяли еще этот самый аппарат по очистке воздуха, который собирает, который ну, себе собирает пыль из воздуха. И нам задышалось даже лучше, я тебе скажу. Приветствую, Кирилл. Видите, он, Кирилл оторвался от работы, потому что он в перчатках специальных даже вот нам машет, он Здесь, так что, э, возможно, следующая передача будет с Кириллом, где он будет рассказывать о тоже об интересных вещах. Ну, посмотрим, мы еще пока вот, вот так готовим. Я бы еще сказал еще одну вещь, вот, когда здесь Кирилл присутствует, очень много наших зрителей сетовало на то, что, а что у вас часы все поцарапанные, что у вас там ношены ремни, ну как можно так? Я хочу сказать э, э, два слова по этому поводу. Во-первых, все часы использовались, они не лежали в сейфе. Когда часы используются, на них появляются царапины, изнашиваются ремни и так далее. Да? Еще надо понимать простую вещь. Когда мы показываем часы, мы показываем их макросъемки. И все вот эти мельчайшие царапинки, которые глазом не увидишь никогда. На руке, даже, да, на руке их просто не увидишь. Они, конечно, на большом экране они будут ух. Видны, как будто это какие-то большие, такие зазубрины. Поэтому, э, ну, ну, наверное, она... есть и третья сторона, что так же, как при продаже машины, считается, что если есть какие-то мелкие, там, скажем, пузовные дефекты, иногда лучше их оставить, не пытаться замазывать, закрашивать, потому что все равно, скорее всего, покупатель там, увидит, заметит именно наличие, то есть заметит, что были дефекты, но не сможет определить, что же, насколько это было критично, и у него возникнут подозрения, в частности, продавца, то есть лучше оставить, как есть, какие-то царапинки, да, если покупателю будет нужно там, переговорите по цене, он их сам там, закрасит, сам золотает, если стать счет критичными, чем пытаться ну, как создать видимость там, хорошего автомобиля из непонятно чего, а человек и с литовскими машинами там, знаком, по крайней мере, слышал, что бывают такие аппараты, то есть вы просто не продадите машину. Также и в часах, потому что любая полировка, она чуть-чуть, но нарушает геометрию корпусов. Да, это совершенно верно. Поэтому мы всегда рекомендуем э, клиентам, которые просто хотят освежить часы, делать это ну, минималь, минимальными затратами, чтобы не снимать большое количество металла, и чтобы геометрия не нарушалась, ну и вообще не стирался металл. Хотя нам выгоднее, конечно, сделать полироку по полной программе, это уже ну, гораздо более существенная сумма. Но мы придерживаемся такой с точки зрения – у нас консолидированная точка с Кириллом, и всем рекомендуем делать это именно так. Ну что, Сергей, спасибо за очередной чемоданчик. Ну, и, друзья, получается, что если у вас есть какие-то хорошие, серьезные, дорогие часы, которые вы хотите обслужить, и хотите, чтобы они не просто там ходили, чтобы у них стрелки двигались и показывали какое-то время, а чтобы они остались максимально аутентичными, чтобы там не возникло каких-то следов мастера и прочее. Вот, пожалуйста, есть один из вариантов, куда обратиться. Это бутик Люксор. Здесь все постараются сделать в самом лучшем виде. Сергей, большое спасибо за твой рассказ. Спасибо, что показал нам очередные буквально шедевральные модели. Слава, подождите секундочку. Ты сейчас попрощаешься, у меня не останется времени сказать, э, донести интересную информацию для наших зрителей. Мы э, Хотим создать традиции В конце нашей передачи я хочу сказать, что мы продолжим ну, вот, заниматься благотворительностью, как ты говоришь. Лучший комментарий, который, который на наш взгляд будет лучшим, мы сделаем то же самое. То есть мы сделаем 50% скидку на часы, на обслуживание часов с машинами ИТА или одноклассниками и пошьем ремешочек для человека в подарок. Вот такая традиция. Так что... Дорогие зрители, слушайте, думайте, пишите. Мы все ваши комментарии читаем и учитываем вашу точку зрения, и, конечно, благодарны. Сергей, я так понимаю, речь идет не только про жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это идет о жителях планеты Земля. То есть из ближайшей Финляндии тоже принимаете. Да, из Яндибар можем принять, если нам понравится. Связывайтесь, присылайте. Давайте тогда мы обозначим какую-то дату. Давайте, например, обозначим 15 февраля. Не знаю, что это за день недели. Я так сейчас вот на там возьмем середину февраля. Слава, мы, как обычно, мы делали после выхода передачи примерно три недели. То есть через три недели после выхода ролика. Да. да, просто мы сейчас не знаем, когда он у нас конкретно будет смонтирован и будет выложен на канале. Значит, через три недели после выхода ролика на канале YouTube Ребята из Люксора определят комментарий, который им больше всех понравился, который показал самым, самым интересным, и вы получите возможность пошить ремешок, индивидуальный ремешок в бутике Люксор и обслужить часы там, вот, со стандартными механизмами с, участь, с существенной скидкой в очень хорошем сервисе. Ну что ж, Сергей, спасибо за благотворительность. Еще раз, спасибо за те шедевральные вещи, которые водятся у тебя в чемоданчике. А я желаю, я думаю, что все сейчас ко мне присоединятся, чтобы этот чемоданчик не скудел, чтобы как скатерть-самобранка каждый раз, когда Сергей открывает, из него выскакивало что-то новое и такое же интересное. Ну и чтобы у вас, друзья, было больше хороших, интересных часов. Спасибо Сергею, спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного из мира, красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч, друзья. До новых встреч.